Современная молодежь выбирает здоровый образ жизни. Спорт не только придает физическую силу, но и дисциплинирует. В этом абсолютно уверены жители деревни Изамбаева Комсомольского района. По деревне Изымбаево уже третий год действует тренажерный зал для боксеров. Идея создания спортзала принадлежит Александру Евграфову и его друзьям. Они увлекаются не только боксом, но и футболом, волейболом, хоккеем. 3 года назад Александру по наследству достался старый дом, который превратился в спортзал. Спортинвентарь тоже купили на собственные сбережения. Зал оснащен боксерскими грушами, тренажерными станками, а пол покрыт гимнастическими матами. Этот спортзал мы организовали в 2012 году. Для детей, чтобы они выросли здоровыми, крепкими, чтобы была надежда на них в дальнейшем, чтобы они не ходили там по углам, не курили, не шастали. Вот для этого мы его и создали. Кумир изымбаевской молодежи Федор Емельяненко. Именно на него стремятся быть похожими все, кто приходит в спортзал. Кстати, многие приезжают из соседних деревень, так что ребята не только укрепляют здоровье, но и развивают коммуникативные навыки. На участие в серьезных турнирах пока не претендуют, но уверена, это вопрос времени. Ведь залу, а значит и боксу в Изымбаево, всего 3 года. Екатерина Кудряшова, Регина Кубакина, Сергей Рябчиков, Республика.